Мы, Объединенный штаб армии Юго-Востока, обращаемся к народу наших областей. Мы обещали, что если до 6 апреля не будут выполнены наши требования, мы вступим в открытое противостояние. Сейчас мы обращаемся к вам из областного СБУ Луганской области. Здание полностью под нашим контролем. Мы призываем все население областей выйти в поддержку нас и наших требований, которые касаются нас всех, всего Юго-Востока. Пора выступить за свои права и наши ценности. За последние сутки наша армия многократно увеличилась. В данный момент мы готовы отослать резервный отряд в город Донецк, если в этом будет необходимость. Но без всеобщей народной поддержки мы не сможем изменить ничего. Вставай, Юго-Восток! Мы, Объединенная армия Юго-Востока, обращаемся к депутатам облсовета и председателю облсовета Галенко и требуем провести внеочередную сессию облсовета и в течение 2 часов принять решение о немедленном проведении референдума. В случае невыполнения наших требований нами будут выдвинуты наши кандидаты. На нашей стороне право. Просыпайтесь!